При помощи этого рисунка детям наглядно поясняют, как в старину со дна рек добывали золотоносный песок. Внимание, вопрос. А как же удавалось сделать в реке такой ледяной цилиндр? Делаешь плынью, вода намерзает. Это самое, опять в этом месте колешь, она дальше промерзает. Опять колешь, она опять промерзает, так до дна. А дрова зачем? Тебя не спрашивают, зачем дрова. Господа, старатели в Сибири делали такой ледяной цилиндр так. Ждали, когда река покроется толстым слоем льда. 3/4 толщины этого льда вынимали и ждали, пока вода намерзнет снова, но уже на большей глубине. Снова вынимали часть льда и опять ждали. Так постепенно доходили до дна, и получалась ледяная шахта. Господин Дзюба в начале минуты вообще практически дословно дал этот ответ.